Вон, видишь, у тебя лежит мешочек. Доставай. Возьми, пожалуйста, тот мешочек. Вынь оттуда, как их называют, ботинки. Туда положи кроссовки. Учитель, слушайся хорошо. Курточку застегни. Варежки не знаешь где? Все, хорошего дня тебе, сынок. Целовать тебя не буду. У меня сопли. Все, пока-пока. Я с плохими новостями. Я немного приболела. У меня температуры нет, но заложенность носа. Здесь вот все заложено. Стараюсь промывать нос. Закапываю. Ночью очень плохо сегодня спала, но мерила температуру. Температура не поднималась. Просто вот какое-то недомогание. Но я такой человек, что когда болею, я не люблю лежать под одеялкой, там, я не знаю, укутаться пледиком, смотреть телевизор. Дела сами себя не сделают, поэтому не отчаиваемся, думаем о хорошем. И ни в коем случае не думаем о том, что... Не думаю я, точнее, что я болею, не даю себе, в общем, расслабляться. Я всегда говорю, что мне не позволяет статус болеть, потому что у меня есть дети, у меня есть какие-то обязанности. Так что ноги в руки, и дела себя сами не сделают. Вот, погодка прекрасная на улице. По-моему, -1 или -2. Светит солнышко, классно. Я думаю, что сейчас мне надо съездить в магазин, одену маску и поеду за продуктами и по своим делам. Чем вы тут занимаетесь? Смотрите, у нас есть подземный дом. Да. Покажешь? Да, вот, у нас там лего, видите, там игрушки, раз. Ксюшина, да. Лего там твое, да? Да. Еще даже планшет. Вадюш, надо вот эти одеялки сложить. Хотела еще поделиться с вами одной новостью неприятной. Вчера дети у меня были у родителей после праздника, после дня рождения Артема. Они уехали к дедушке с бабушкой. И вчера муж поехал их забирать на моей машине на дачу. Они были на даче. И произошла такая ситуация, что на дороге колея, лед. И, в общем, мужчина не справился с управлением и врезался в нашу машину. Не знаю, не помню точно, как-то мне там муж объяснял. Сейчас покажу последствия этой аварии. Долго они заключали европротокол. Конечно же, полицию они не вызывали, но просидели они около 1,5 часов там, пока все составляли, пока схемы ДТП нужно было сделать. В общем, вот такая вот неприятная ситуация вчера произошла. Сейчас покажу, что с машиной. Вот. Вот сюда пришелся удар. Вот бампер. И вот этот элемент полностью нужно теперь менять. И разбитая фара. Вот такая вот неприятная история произошла вчера. Тут прям вот это вот сильно, видите, аж краска все вот слезла. Пострадала моя девочка вчера. Сказать, что я расстроилась, ну, конечно, расстроилась, но не так сильно, так как все, слава богу, живы, все здоровы. Машина – это железо. Понятно, это все можно восстановить. Есть специальные страховые службы, да, компании, которые этим занимаются. Но, уважаемые водители, любители погонять, думайте, пожалуйста, о последствиях. Вы управляете средством повышенной опасности. В других машинах могут быть дети, да и просто невинные люди, которые за вас могут пострадать. Будьте внимательнее на дорогах, аккуратней. Взвешивайте правильное решение, когда вы едете. Куда вам повернуть, пропустить вам человека, водителя, не пропустить машину. Чтобы не приводило вот к таким глупым авариям. В прошлом году, летом, у нас была авария посерьезней. Слава богу, все были пристегнуты, дети все были пристегнуты. Но у меня была проблема с коленом, мне делали операцию. Поэтому это очень страшно. Слава богу, конечно, что все живы-здоровы. Машина – это железо, еще раз повторюсь. Я никогда сильно не переживаю за машины, но... Знаете, что вы управляете средством повышенной опасности. Думайте не только о себе, а о тех людях, которые могут быть, так сказать,
пострадавшими после того, как вы примете неправильное решение. Будьте аккуратней, и вот эта ситуация, которая произошла, она настолько глупая. По дороге на дачу, конечно же, там не сильно хорошая дорога, и там колея, лед. И просто кому-то нужно было быстрее проехать, кто-то кого-то там пропускает, не пропускает. Зачем эти гонки? Не понимаю вообще, зачем это все вот нужно. Думайте, блин, вы взрослые люди. Права выдаются взрослым людям. В общем, вот так вот. Сейчас мы заехали на станцию поменять лампочку, потому что поворотник не работает, а без поворотника ездить нельзя. Сейчас будем менять лампочку. Покажи. Шатается, да? А что сломалось внутри там? Вот, крепление все отломилось. Вот оно, крепление сломалось? Да. Ну, сейчас хоть лампочку поменяем, чтобы это поворотник работал. Вот аварийка работает. А когда я включаю поворотник, вот он, видите, как мигает. Левый работает хорошо, а тот, который ударили, работает неправильно. Поэтому вот сейчас будем исправлять. У детей перекус. Ну-ка покажите, что вы кушаете. Ксюшка ест обычный десертик, вот Теус, который с кокосовой стружкой, а Вадим добавил еще туда клубничного бабульного варенья. Сейчас чайник еще закипит, чай будет. Я не помогала вам. Приятного аппетита. Мы решили выйти погулять немного. Погодка супер. Солнышко светит, да? Блин, я так хочу спать. Дочь, шапочку поправь. А вот тут у нас кокос. Вадим, а ты на какую горку собрался? У тебя штаны легкие. Не холодно вот тебе? А? Ну все, пошлите домой. Мне вот страшно, когда ты так лазишь. Тебе не страшно? Ксюша, ты умеешь ходить? Что ты нам Вадим хочет показать? Ну давай. Показывай. Супер. Смотри осторожно. Ну-ка, Вадь, давай. Готов? Раз, два, три. У-ху! Круто. Как тебе погодка? О, смотрите, чтобы... Да уже показала я. Ксюша у нас ходить не умеет. Она умеет только прыгать. И Вадюша тоже. Это они прыгают от хорошей погоды. Да, Ксюнь? Да. Ты так радуетесь солнышку? Да. Весна чувствуется, приближается и к нам. Подвижны. А мы всей нашей бандой приехали в магазин за продуктами. Да. Что-то у нас в холодильнике совсем пусто. Вы никак не можете решить? Кто что делает? Давай. Помощница моя. Да? Куртки свои везет. У нас аж две тележки. Масленица прошла, а чучело все продают. Это к масленице. Так она уже прошла. А Вадюшка вот любит вот такую минералочку. Мутабель. Дедуля. Пьет, и Вадиму понравилось. Мутаби. Называется мутаби. Так, берем. А Ксюнька обычную, да. Давай покажем рыбок. Здесь они, наверное, поактивнее, да? Здесь осетр и карп. Ой, какой красавчик. А карпа нету, видишь, только осетр плавает. Да, цены тоже хорошие. 1040
5 рублей за килограмм вот такого вот красавчика, чтобы скушать. Ой, как классный такой. А вон сон, вон. А, вон, сон, да, вон, это карп. Ой, да, карп. Все, его тут продают. Форель, всякую вкусняшечку. Пап, тут тоже смотрит рыбку копченую. Захотелось копченой рыбки? А, это не копченая, это вяленая? Блин, вот это выбора, да, сколько? Ксей, ну ты что делаешь-то? Так, теперь смотрим молочко, какое тут по акции можно взять. Выбор здесь огромный в магазине Ашан. И всегда есть акции на какую-то продукцию. Сейчас будем смотреть. Ну, возьмите вот такой коктейльчик. Вот с клубничкой, который вкусный. Клубника есть, да, вот черника, ваниль. Ну, что мне выбрать? Что вы хотите? А? Ксень, берешь? С черничкой берем? Да. Ну, давай, клади сюда ко мне. Аккуратно там яички. Ну, да, вниз кидай. Вот такой сыр альметьи сейчас по 90 рублей в Ашане. Мой любимый сырочек. Как много цветов в Ашан привезли. Смотрите. Куча. Да, нажимай. 2, 7, 4. Все, внизу сейчас выйдет тебе. Так, ну-ка я посмотрю, правильно пробили? Да, наклеивай. Отправляю в корзину. Вадим, вот эту штуку пикай. Потом там же не завяжешь, застегнешь. Пойдем. Ходи. Денек подходит к концу. Вадим доделывает уроки. Завтра в школу. А почему ты начал вот здесь писать, а не здесь? Сказал страницу пустить. Почему? Точно. Ну, знаешь, вот классная работа, от нее мы пропускаем страницу и пишем вот тут уже. Точно? Это учитель так сказал? Ну, хорошо. В общем, Вадюшка доделает уроки, и мы собираемся спать.